Привет всем, друзья! Давно не было видео на канале. Сейчас вот, блин, что-то жарко так. Сейчас приехал, значит, на обработку квартиры, клопы, тараканы. И вроде как бы с виду-то и ничего страшного. Вот, но походил, посмотрел, конечно, ситуация такая довольно серьезная. Сейчас маленечко поснимаю, покажу. Вот, скажем так, вроде как бы с виду довольно чисто, да, но вот люди сами обрабатывали, и вот что получается, то есть видите, это и следы, и это все следы клопов. Вот, то есть это вот кровати метра три, вон сидит, вон тут таракашки бегают тоже. И там щелочки маленькие, то есть это, представьте, прячутся до кровати вон сколько. То есть вот это вот происходит такая ситуация после самостоятельных обработок. Здесь в комнате, к сожалению, света нету, но вот тоже покажу. Тоже выключателей. Уголкам не сидят. И стена вот. И стена вот сейчас покажу, вот она вся в насекомых. Вот сидит. Вот маленькие сидят. Вон там. То есть диван отсюда выкинули, стоял еще диван. Диван, говорит, уже выкинули. Ну вот то, что по самой комнате, то вот просто везде. Вот они прям сидят на стенах, не боятся ничего. Видно, под карнизами, не знаю, плохо видно. Прихожей. Вот видите следы. Вот даже в прихожей, вон на потолочке, пожалуйста, сидит клоп. Где-то еще я видел, вот тут вот раздаю. Ну и тоже как бы совместно у нас что вот таракашки бегают. Скажем так, не очень много, но есть. Ну вот, в принципе, видели все сами. То есть, что хочу сказать, саму обработку, как бы, наверное, снимать уже не буду. Потому что, ну, с обработками видео у меня полно на канале. Просто хотелось бы снять и сказать будущим клиентам, возможно, либо людям, которые задумываются, что сделать, обрабатывать самим, чем обрабатывать. Чтобы сами этим не занимались, лучше обратитесь к специалистам. То есть, у людей обычно нету там, во-первых, нужного опыта, нужного оборудования и, грубо говоря, правильно подобранных препаратов. Так что с вами был Андрей, канал Мистер Дезинсектор. Не забывайте поставить палец вверх. Всем пока!